Приветствую вас в прямом эфире, я Максим Максим, приветствую всех тех, кто присоединился. Сегодня у нас будет потрясающая тема, я буду делиться с вами секретами успешной жизни. А их много, но я поделюсь... Несколькими из них. Итак, вы смотрите сейчас прямой эфир. Конечно, если вы смотрите на YouTube, это уже не прямой эфир, это очевидно. Но если вы сейчас возле экранов находитесь в эту минуту, то тогда или на спутнике наверное, это прямой эфир. Подключайтесь к дому веры. Наш сайт домверы.ру буду рад всех видеть в нашей интернет-онлайн общине. Дом Веры, где мы встречаемся регулярно, я закончил путешествие, я ездил по многим странам, городам, я был в Лондоне, был в Дерби, был в Германии, был в Ленингене, Бейтонахаузен, был в Ганновер, после этого был в Киеве, служение было в Киеве, потом поехал в Измаил, был в селе Васильевка, представляете, 4000 человек, церковь человек на 300, потрясающая атмосфера была, после Васильевки я поехал в Молдову, был в Фалешта, Камрате, к Гуле и Кишиневе. После этого поехал в Одессу и в Одессе проповедовал в четырех, по-моему, церквях, в разных четырех церквях. Это было просто потрясающе. Атмосфера была просто, слава Богу, я устал, но я доволен, и сегодня я снова с вами. Пусть Бог благословит, я благословляю вас, именем Иисуса Христа. Приветствую всех наших друзей, кто присоединился к эфиру, кто находится там. Приветствую Андрея с Австралии, приветствую Ларису, Юрия, моего друга Андрея с Алматы, Дмитрия с Воронежа, Ларису с Бершевы, всех-всех, Янус Москвы, всех вас приветствую, драгоценный Юрия, Дженету, всех приветствую. И сегодня мы будем говорить с вами о, о успешной жизни. Христианина верующего: как быть успешным, как, как добиться успеха в жизни, в хождении, в служении, как быть успешным а, в Боге. Немногие люди знают это, и немногие люди а, практикуют это. Одно из главных качеств, которые я нашел помимо всего того, что нужно служить, молиться и все остальное я сейчас говорю о качестве характера. Одно из самых сильных качеств, которые я увидел, что у человека присутствует, это. Терпение. Наверное, терпение одно из самых важных качеств любви, одно из самых качеств, важных качеств укрепления семейных отношений. Немногие люди, немногие люди осознают, что терпение имеет потрясающую исцеляющую силу. Ой, у меня болит, там палец порезал, и тебе сейчас плохо. Через терпение вы увидите, что вдруг боль проходит. Через терпение вы увидите, что время а, проходит. Говорят, что время лечит. Но если ты разрешишь времени а, быть в твоей жизни, тогда время с а, терпением лечит. Оно так устроено. Бог так устроил. Бог построил, Бог организовал жизнь, и Он дал нам время начало, конец. Мы в осознании того, что у нас не так много времени, мы часто спешим. И в Библии сказано, что торопливый ногами оступится. Обязательно. Торопливый ногами обязательно оступится. Торопливый ногами, кто спешит, желающие обогащаться, впадают в различные искушения. Они залетают. Они попадают. Они, они теряют все, что только могут. Потому что они хотят быстренько заработать денежку. Если у вас сильное желание быстро заработать, Поймите, что вы залетите. Вы обязательно, я вам гарантирую, вы залетите. Чем быстрее вы спешите разбогатеть, тем быстрее залетите. Но когда мы говорим о любви, любовь имеет потрясающее качество. Помните 1 Коринфянам 13 глава, глава любви? Если у вас есть Библия, будьте любезны. 1 Коринфянам 13 глава. Там идет длительное описание качеств любви. Любовь это, 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 это. Давайте прочитаем вместе. Что делает любовь? 1 Коринфянам, 13 глава, и я буду читать а, с 4 стиха, где идет Описание, начало Описания любви. Вы готовы, драгоценные? А, еще раз открывайте вашу Библию. Первое качество. Любовь долго терпит. Посмотрите, вот здесь написано. Любовь долго терпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится. Потрясающие слова. Она, она не ставит себя выше, она не гордится, она не бесчинствует, она не ищет своего. Она не раздражается, не замышляет зла. Она не коварная, любовь не коварна. Любовь под, постоянно, любовь жива. Не раз, знаете, многие люди, они раздражение, они в нервном потрясении они, они постоянно Она не раздражается, не гордится Не, не мыслит зла, радует, не радуется неправде Но с радуется истине Она все покрывает Всему верит, всего надеется И все переносит Любовь никогда не перестанет Амин Первое среди всех этих качеств Любви, первое Смотрите, стих четвертый Любовь долго терпит Первое качество она готова терпеть долго. Если ты говоришь, я люблю а, мою жену, ты говоришь, я терплю долго. Если ты говоришь, я люблю моего мужа, это значит, я готова терпеть долго. И когда вы клялись, вы говорили, что я обещаю любить, это значит, я буду терпеть тебя. Но нет, я хочу, чтобы вот так все было хорошо, шоколадно. Нет, любовь это притирание, любовь это терпение, любовь... Ты любишь детей, <связь> тогда ты запасайся большим терпением. Мне нравится играть. Вы знаете, нравится играть с маленькими детьми. Но знаете, когда у меня появились маленькие дети, о, так хорошо с чужими поиграть немножко, когда у них настроение хорошее. И давай, до свидания. Наверное, в этом смысле хорошо быть дедушкой с бабушкой. То есть тебе принесли внуков, когда у них настроение хорошее, они покормленные, когда у них есть время для гуляния, ты играешься, все классно, прогулялся, все классно, а потом давайте идите, родители, пускай терпят вас. Когда они начинают капризничать, когда начинают устраивать там характер и так далее. Хорошо, когда ты говоришь, у меня есть дети, я их люблю, я буду терпеть их. Я буду терпеть, я буду сражаться, буду бороться, буду, буду пробиваться во имя Иисуса Христа. Любовь долго терпит. Потрясающее качество. Вообще долготерпение и терпение, они, они открывают что-то серьезное. Вы знаете, когда... Что такое азарт? Азарт ⁇ это когда ты... Играешь, например, в, на деньги Или в карты, или я не знаю, во что там играет азартный в, в игровые автоматы там Дергают эту ручку бандита И они а, находятся в этом состоянии Закладывают монету, дергают И ты-ты-ты-ты-ты-ты Давай-давай-давай take а, Нажимаются эти Все штучки, вываливаются И вдруг раз И, и а, человек а, Вдруг получает а, Ну а, Моментально победу или проигрыш. И он снова кидает и снова дергает и снова кидает. Он хочет моментально. Знаете, что интересно? Что все, что от Бога, там нет ничего моментального. Например, когда я женился, мы с женой нас благословил пастор, и мы вот так зашли в спальню вместе. И мы вместе оказались вдвоем, там любовь, все дела. И потом она сказала: Я беременна и сказала: ты беременна, как потрясающе это! И вот она ходила: сначала ничего не было видно, потом стало уже видно, потом больше стало видно, потом вообще это медленно, медленно. И вот через почти год, через 9 месяцев вдруг у нас праздник, там начинаются роды. Ну, праздник для кого-то, для меня праздник для жены война. Начинаются роды, и вот она рождает. Вот, вот он, ребенок. И кажется, вау, как классно. Он быстрее бы он начал говорить. Но не тут-то было. Он будет лежать, ворочаться, кряхтеть. Ты будешь с ним о нем заботиться, о этом малыше. И вот он будет расти, расти, расти. И потом он становится больше. Терпение. Знаете, когда фермер, царство Божие подобно тому. Помните, как сказано, что если бросить семя, оно начнет расти. Многие люди в спешке, в алчности, в наживе, в жажде наживы, желая получить побыстрее, побыстрее получить, побыстрее, чтобы у них все заработало, чтобы побыстрее все было быстро, хочу, чтобы было быстро. Они кричат эту песню, нет, 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 мы хотим сегодня, нет, 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 мы хотим сейчас. Люди хотят сегодня, люди хотят сейчас, у них нетерпение, у них мы хотим немедленно, вот в эту минуту, чтоб сейчас. Дорогой человек, ну не бывает, не бывает ничего, все, что от Бога, но медленно. желудь, возьмите желудь, маленький желудь, посадите в землю, знаете, он пока прорастает, растет медленно, а это процесс, в нем заложен огромный потенциал, огромный потенциал, сила, но это процесс, это процесс, который, которым внутри вы желуди ты желудь и хотя у меня голова круглая как у желуди вот ты желудь вот я тебя смотрю, как на желудь есть два пути для желудя первое отдать на корм свиньям чтобы они сживали его второе посадить в землю если ты посадишь желудь в землю потребуется огромное количество времени чтобы из него вырос великий дуб но если заботиться внутри вас потенциал, и он раскрывается только одним методом долготерпением, постоянством. А, оно, 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 оно развивается медленными шагами. Постепенно, постепенно, нету моментального быстрого. Люди, только волшебников взмахнул это колдовство. Фью, сказал, вырвал трах тебе трах. И там что-то происходит. Такого нет. В жизни Бог создал все процессом. Он создал время. И сказал, научитесь управлять временем. Если многие люди, я такую цитату поймал, я хочу, чтобы вы ее записали, многие люди переоценивают то, что они могут сделать за короткое время. Я сейчас быстренько, вот это, вот это, вот это. И люди недооценивают, как много они могут сделать за 10 лет. Вы постоянно переоцениваете то, что вы можете сделать за год. Вы такие мини-спринтеры, такие быстро-быстро-быстро. Но вы недооцениваете, сколько вы можете сделать, если вы будете двигаться постоянно в одном направлении. Из-за того, что люди постоянно хотят быстрых результатов, моментальных, они теряют мощь, силу, они теряют, они теряют массу. Вы знаете, когда, когда, например, набирает массу лавина, она начинает набирать, 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 набирать. Многие из вас с лопатой ходят, кидают вот так, по чуть-чуть. Но если в правильном месте запустить первый комочек снега, он вырастет в огромный ком, когда лавина пойдет вниз. Вы переоцениваете, люди, вы переоцениваете, переоцениваете то, что вы можете сделать за короткое время. Вы думаете, что сейчас я быстренько вот это, вот это. Посмотрите на жизнь, как на процесс. Посмотрите, когда мне сын пришел, говорит, папа, что мне сделать, чтобы заработать деньги? Я говорю, замечательно, начинай учиться. Он говорит, папа, но ну это не зарабатывается деньги. Я говорю, ты выбираешь два варианта. Первый вариант, ты быстренько сбацаешь деньги, быстренько сбацал деньги, заработал 100 баксов, ты рад. Но если ты пойдешь учиться, будешь нудно сидеть вникать, если ты будешь старательно, не будешь прогуливать, если будешь стараться и по вечерам и днем познавать и изучать, если ты разовьешься, то в какой-то момент, в какой-то момент ты будешь получать 100 долларов в час. Если же ты хочешь постоянно шараш, шабашку на 100 баксов, ты всю жизнь будешь искать шабашку на 100 баксов, подработку. Ой, я подработал здесь, ой, я подработал там. Человек, который поначалу, Например, молодые люди начинают карьеру. Один пошел учиться, на длительную карьеру пошел доктора, например, да? или там дантиста, или юриста, или еще кого-то. Пошел на карьеру, длительную карьеру. Другой пошел на шабашку. А сейчас быстренько сбацаю. В первый месяц тот, который пошел на длительный путь, он почти ничего не получает. А тот, который на шабашке, получил вот столько. М -м -м. И ты когда на шабашке, ну что ты чудик там сидишь, инженер, умник И проходит месяц, два, три, проходит год А человек на шабашке, он продолжает шабашничать У него как бы идут стабильный доход Но он не может заработать своими руками больше, чем он может сделать руками Другой человек, он говорит, хорошо, сядем поразмыслим И начинает думать, что можно сделать Что можно сделать в длительном процессе. И когда он начинает думать, начинает размышлять, начинает, начинает идти, начинает медленно, медленно подходить к вопросу, не торопитесь, не торопитесь. Не торопитесь, не торопитесь, люди, я умоляю вас, не торопитесь. Когда вы торопитесь, я слышал от одного учителя по финансам такую историю. Он говорит: История о двух мужиках. В одной деревне они жили на горе, и они решили предоставить двум парням лицензию на то, чтобы они носили воду. И люди бы у них покупали воду. Они сказали: в нашей деревне только двоим человек могут приносить воду. Но случилась такая интересная вещь. Один купил два ведра, пошел, притащил воду, ему заплатили, он сказал, вау, класс! он по пошёл, опять пошел, опять принес, опять пошел, опять принес. А другой уехал в город, уехал в город, его не было полгода. Этот носит, говорит, классно, у меня все прямо сейчас покупают воду. А у него семья вся носит, весь дом, дети носят воду, таскают. Он даже и шачка купил, ослика купил, на котором возить. Он так радовался, что второй уехал. Уехал в город и а, не возит воду. Он заработает больше. Теперь у него и шачок. И он думает, если этот вернется сейчас, он, у него даже и шака нету. И, а, и продолжает таскать эту, эту воду. Но вдруг тот возвращается, и у него грузовик с трубами приехал. То смотрит, в чем дело. Трубы, насос, грузовик. Этот напрягся, а, Так мой конкурент будет сейчас с трубами. Он вроде зарабатывал целый год. Зарабатывал целый год, и он тогда решил еще больше ведер купить. И теперь он таскает еще больше ведер. Теперь он людям сказал: Люди, покупайте у меня воду дешевле, я буду дешевле продавать. Этот спокойно начал закладывать трубы, начал прокладывать трубы по району. Стал предлагать людям, говоря, что я вам в дом подведу воду, и когда вам нужна вода, у нас всегда будет. И знаете, что случилось? Вдруг, через некоторое время, все люди отказались от этого парня, который носил на своем горбу, на своем мышаке воду в ведрах. Почему? Потому что вода у каждого дома, он в кран повернул и есть. Ему не нужно из ведра переливать. А вы знаете, что случается? Многие люди хотят быстро, моментально, сейчас, быстро, моментально, я сейчас сделаю. Не торопись. Когда ко мне кто-то пришел, говорит, ну как мне жить? Я говорю, что у тебя есть? У меня есть две коровы, я говорю, замечательно, две коровы. Что мы можем сделать? Но ну, две коровы, вот это, я говорю, давай сделаем четыре коровы. Есть ли место для еще двух коров? Нету. Есть ли место для этого? Есть ли поля, где постить коровам? Если то, я говорю, давай подумай так медленно. Все, что от Бога растет, мы не видим, как оно растет, но оно растет. Мы не видим, как наши дети растут, но они растут. Бог запрогр... Если вы поймете процесс, включите процесс на рост. Если вам сейчас предлагают быстренько взбацать, заработать деньги, быстро, особо не напрягаясь заработать деньги, люди, поймите, это, этот путь чреватый это путь конец, хаос, погибель. Не торопитесь. Многие хотят сорвать быстрый куш. О, быстро. Потом проходит время, им опять нужно быстрый куш сорвать. Потом снова сорвать куш. Потом снова сорвать куш. И они хотят произвести на людей впечатление. Смотрите, я крутой. Мне так, я такой успешный. Но посмотрите на человека, который пошел в медицинский институт. Он провел там 12 лет. Он стал специалистом. Сегодня, когда он делает операцию, ему платят тысяч, десятки тысяч долларов. Когда он начинал, ему ноль платили. Понимаете, что когда вы включаете длительный процесс и продолжаете идти в одном направлении, вы рано или поздно придете к благословению и увидите мощь. Вы увидите, как все растет в вашей жизни. Вы увидите, как мощно, как мощно ваша жизнь развивается. Вы увидите силу. Вы увидите силу роста. Вы увидите силу роста. Если же вы хотите моментальный, я отговариваю вас. Сила твоя сидеть спокойно. Так в Священном Писании написано. Твоя сила сидеть спокойно. Плач Иремии, третья глава, откройте, пожалуйста. Плач Иремии, это Старый Завет, Откройте Плач Иеремии, 3 глава, и а, я буду читать а, с 21 стиха. Плач Иеремии, 3 глава, с 21 стиха. Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. А, по милости Господа мы не исчезли, а, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, Господь час моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на него. Благо Господь к надеющему на него, и к, душе, и, и, и к душе он благ, ищущий его. И вот здесь 26 стих. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Псалом 5. Псалом 5 и со второго стиха. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, Господи. Внем ли глаз у вопля моего, Царь мой, Бог мой, Ибо к тебе я молюсь. Господи, рано, рано, С раннего утра услышь голос мой, Рано предстану пред Тобою И буду ожидать. Встану рано и буду Ожидать. Встаю рано и ожидаю. Потрясающе. Исая, 30 глава. Откройте Исаия, 30 глава. У нас эфир идет к концу, но я чувствую, вы получаете мысли. Не торопитесь! Не торопитесь! Не торопитесь, не вступайте ни в какие пирамидальные организации, никакие там ваши... Посмотрите на свою жизнь как на процесс. Сегодня, завтра, через... Вы недооцениваете то, что вы можете сделать за 10 лет. Вы недооцениваете. Откройте, пожалуйста, сайт. Горе, первый стих. 30 глава. Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещание, но без меня заключают союзы, но не по духу моему союзы, контракты. Давайте быстренько с Египтом договоримся. А, давайте, давайте быстренько сейчас что-нибудь сделаем, в сделку, не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху, а, не вопросив уст моих. И идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона, ук укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом. Убежище под тенью Египта бесчестием. Потому что князья его уже в Саане, и послы его дошли до Хинеса. Все они будут постыжены из-за народа, который бесполезен для них. И не будет от него ни помощи, ни пользы, но стыд и срам. Ты надеешься на Египет? Стыд и срам тяжести на животных, идущих на их по земле, угнетение, тесноты. Оттуда выходят львицы, львы, аспиды, летучие змеи, ибо они несут на хребтах ослов богатство свои, на горбах верблюдов сокровища свои к народу, который которые не принесет им пользы. Седьмой стих. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Сила их сидеть спокойно. Сила их сидеть спокойно. Восьмой стих. Теперь пойди, начертай это на доске у них и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время. Навсегда! Навеки! Сейчас послушайте. Мне вот эта надпись, восьмой стих запиши это. Сила их сидеть спокойно. Запиши это. Напиши в книгу, на доске, чтобы осталось на будущее время. Навсегда, навеки. Сила твоя сидеть спокойно. Ожидать. Когда ты ожидаешь, ты получишь. Ожидаем в терпении. Аллилуйя. Вера же есть, Евреям 11 глава первый стих. Вера же есть осуществление ожидаемого. Евреям 11.1. И уверенность в невидимом. Наш эфир подходит к концу. Я бы хотел к вам пос спросить вас, дорогие мои. Спешите ли вы? Торопитесь ли вы? Обращайтесь ко всем зрителям телеканала СНЛ, ко всем прихожанам Дома Веры. Человеческая плоть греховна, и она хочет скорости. Я хочу сейчас, я требую, я, я ожидаю сейчас, мне сейчас надо. Я прямо сейчас хочу, я просто мечта, я хочу, чтобы это пришло сейчас. Если ты торопишься, торопливость – это один из пороков сегодняшнего века – все торопятся, все спешат. У людей нет счастья, они торопятся. Быстрее, 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 быстрее. Они еду в микроволновку ставят, они зубы чистят на ходу. Они все, они торопятся, у них счастья нет, у них жизни нет. Они а, быстрее на машине несутся. А, все торопится, быстрее, быстрее, быстрее. Еда быстрая, все быстрое. За этой скоростью мы пропускаем самое важное. Мы пропускаем все благословения наше благословение. Нужно делать, нужно, если пришло семя, посылай серп немедленно. Но наша сила не, не, быть спешащим, желающим обогащаться. Наша сила построить стратегию. Мы недооцениваем то, что мы можем сделать в течение 10 лет. И переоцениваем. Вы себя переоцениваете, что, что вы можете сделать в течение одного года. Вы думаете, сейчас я быстро, быстро. У вас есть момент думайте долгосрочно. Когда кто-то играет в шахматы, есть два типа игроков. Спринтеры и черепахи. Черепахи думают на 3-4 хода вперед. Они просчитывают будущие позиции. Спринтер говорит, о, я сейчас срублю пешку. Человек, ты срубишь пешку, но ты проиграешь партию. А ты сейчас хочешь что-то получить, маленькую награду, не торопись. Не торопись. Посмотри в длительном направлении. Один человек сказал такую фразу, говорит, артист он, он говорит, артист кино, он говорит, первую половину жизни ты работаешь на имя, на свое имя, чтобы приобрести имя. Вторая половина жизни имя работает на тебя. Многие люди, они спешат и не смотрят в процессе. Стройте свою жизнь, поднимайтесь. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, да поддержит вас Господь, да укрепит вас Господь. Пусть Бог благословит вас обильно. Аминь. Я хочу поблагодарить всех тех, кто является нашими партнерами, всех, кто перечисляет свою десятину. Если вы хотите поддержать нас, пройдите на senal.tv и можете это сделать там. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Благодарю вас за участие, благодарю вас за, за веру, за то, что вы вместе со мной сделаете Божье дело. Я не тороплюсь. Я знаю, что сила моя и помощь моя от Господа. И Господь поддерживает, и направляет, и укрепляет. Я не спешу. Пусть Бог благословит вас. Мы с вами а, ведем а, уже какое время прямые эфиры. Я очень рад, очень рад с вами быть в прямых эфирах, очень рад находиться вместе с вами, находиться здесь, служить вам. Я рад, что могу быть благословением для каждого из вас. Ваша поддержка, ваша поддержка, она очень реальна, она очень, очень ощутима. Давайте так, я хочу сказать, она очень ощутима и она постоянно. Я знаю, что вместе мы добьемся многого. Пусть Бог благословит вас. Сегодня с вами был Максим Максимов. Я встречусь с вами завтра в это же время на, то, в том, на той же платформе, где вы сейчас меня смотрите. Подключайтесь, участвуйте, смотрите. И помните, сила твоя сидеть спокойно. Ожидай спасения от Господа. Ожидай, что Господь благословит тебя. Ожидай, что Он явит свою силу. Да, мне трудно, но я все преодолевший устаю долготерпеливый наследует все терпение качество Божие слава Божия благословляя вас хранит вас Господь держитесь за Бога всем что у вас есть помните Иисус в центре всего да благословит тебя Господь и сохранит да презрит на тебя Господь святым лицом своим и помилует тебя да обратит он лицо свое на тебя и даст тебе мир Аминь будьте благословенны встретимся с вами завтра пока дорогие друзья а сейчас вы можете пройти на мой youtube канал максим cnl и посмотреть эти и другие проповеди Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.